Получилось, папа. Мы еще ближе к Ларсу. Ты после каждого действия будешь это говорить. Всем привет! Вы на канале Дивплей, и мы продолжаем проходить Рёки. Не забываем пошлепать мой лайк, написать комментарий минимум из 5 хороших слов для поддержки этого видео. А еще можно платно подписаться на канал, задонатить по ссылкам в описании, или же по этим самым ссылкам в описании подписаться на мою телегу. Погнали! Итак, а теперь самое главное, блять, вспомнить, чем я занимался в прошлый раз-то. Хороший вопрос. А, я в принципе сюда пришел. Во. Тут мы сейчас будем узнавать, о чем мы тут будем делать-то вообще. Так, понятно. У нас есть 4 хуёвины, и надо определиться с направлением. Ясно, понятно. А ты, дружище, что тут чилишь? У-у-у! Да. Опять это создание. Кажется, оно что-то держит. О, это соломенная куколка. Может быть, и раньше эти создания были людьми? Так. Добавлю это в свою коллекцию. Блять, нахуй мне это надо. Старая телега. Так, ну, ничего не произойдет. Было не было. Отлично, путь свободен. В смысле? Я думал, тут уже надо будет еще какую-то мини-загадку разгадать. Нет, тут все изи. Так, ну тут ступеньки нет. Слушай, я тогда немного не понимаю. Если, допустим, ну, типа, тут должен быть какой-то груз, и оно должно быть так. И, типа, возможно, я оттуда... А, я думал, это ступенька следующая. А, вон там, наверху, что-то я все равно же не достану. Бля, Валера, какого хера? Так, стоп, ну тут завален вход. Окей. А тут можно куда-то подняться. Ёптаешь. Блять, может хватит камеру так постоянно переключать, а? Слушай, эта хуёвина еще живая. Так, а сюда можно? Нет. Блять. В стене есть трещина, но она вся замерзла. Так, подожди. Так, минуточка. Оно и так липкое, лучше не буду. Так. Не есть трещина, но мне в эту трещину запихнуть нечего. Да боже, ну блять, ну ёбаные камни ж, ну блять, ну обходи, курва. Подожди, в смысле, сюда вообще пройти нельзя? Почему? Тут же вон... Блять, как я люблю эти условности. Запизда. Ну а почему она не в клетке, а кыш? И как мне теперь пройти? Проклятый отпрыск, ты нашла его? Нет.
Я, блядь, даже не понимаю, что за проклятый отпрыск. Ладно, пока понятно нихуя, поэтому идем сюда. А по крайней мере ворота открыты. Если я даже не пойму, что там делать, там хотя бы проход есть. Это уже своего рода успех. Я понял, ситуация не улучшилась. Так, подожди, а мы же можем... Блять. Что это? Ворота открылись сами по себе? Может, здесь и правда живут призраки? Или, может, это Това? Они должны быть где-то здесь. Ларс! Если ты меня слышишь, знай, я иду за тобой. А, понятно, из тебя скалолаз говно, мы это уже поняли в прошлый раз. Так, ну мужик, ты не ска... Блядь. Ты не скалолаз, но по ступенькам лаз. Лаз два тли, лаз два тли. Подожди, это что за хуйня? Кажется, эта счастливая карта таки не принесла кому-то счастья. Это будет отлично смотреться в дневнике. Я ж не хочу собирать эту срань. Опа, еще один. О, опять брошенное снаряжение экспедиции. Тут записка. Учет, осталось 3 пайка, инструментов в порядке. Что это написано на полях? Люди, кажется, не догадываются, для чего на самом деле я их сюда повел. Согласились бы они на эту экспедицию, если бы обо всем знали. Кажется, они что-то обнаружили. Какой-то странный восьмиугольный камень. На нем нарисован какой-то символ. Блять, я тоже читал. Так, один камень у нас есть. В камне трещина. Слушай, ну у нас в любом случае нечего сюда пихать. Стоп, это называется восьмиугольный камень? Блять, мне казалось, это круглый. Ладно, восьмиугольник, так восьмиугольник, поебать, не буду спорить. Ты вообще похуй. Слышь, а он сюда может зайти? Нет, тоже нет. Я не смогу пройти! Да ебать! Опять снаряжение для экспедиции. Видимо, они пошли по этому пути. Наверное, их тоже влекла эта странная башня. Они оставили еще один скалолазный крюк. Слушай, а, блин, там все равно эта залупа, я аж пройти не смогу. Хорошо. Так, ладно, батя, что мы еще увидим? А-а-а!
все, я понял. Так, там дырка в стене. Пиздуй далі, поки пизди не далі. Так, отлично. Теперь есть что сюда впихнуть. Да в смысле? А лед слишком крепкий. Бля, что, батю надо? Ладно, бать, пошли. А, у тебя вроде силы побольше. Так, курва. Сейчас заколотим! Я-я-я! Это что-то на немецком было. Крепко сидит! Как хуй в жопе! Блять, я не это хотел. Надо лезть. Почему ее не смущает, что у нее на глазах вот эта вот хуйня оказалась? Да и в принципе, там хоть немного подскочить и было бы норм. Так, а чё это я взял? Какой-то странный фрукт. Блять, охуенно. Чё с ним делать? Дверной проем обрушился. Что-то случилось? Ну вот так тут не поможет. Блять, я даже не знаю, что там должно помочь. Так, может эту хуйню покормить? Уф, кажется, оно хочет этот фрукт. Ближе я подходить не собираюсь, но здорово, что я это выяснила. Не открывается, примерзла. А, все, я понял. Так, бать, время. Слышь, а тут какая-то дыра есть в стене. Походу, туда тоже можно зайти. Но давай для начала... Блять. Боже, маленькая пизда. Отойди. Ларс, ты где-то здесь? Почему он всегда прячется в самых страшных местах? Так, отлично. Ничего не произошло. В чем же дело? Так, давай, открывай. Ну, это лично. Теперь эту хуйню сюда. Уверена, им нравится этот странный фрукт. Ну, заходи. Так. Супер. Папа, мне кажется, что ты здесь. Не знаю почему. Папа? Ты меня слышишь? Мне нужно, чтобы ты меня услышал и закрыл дверь. Да, сейчас я на него... Сейчас! Сейчас я на него переключусь и закрою. Что это было? Тува. А не Тува. Моя Тува. Это ты? Ты хочешь, чтобы я... О, ха! Вы все правильно? Ты правда здесь? Я не одна. Ох, папа Хнык,
Я так испугалась, что потеряла и тебя тоже. Вместе мы совсем справимся. Мы найдем Ларса и вернем его домой. Да, обязательно. Или нет? Так, это, конечно, хорошо, но теперь что делать там дальше? Так, и непонятно. Вот что я этого не видел. Тут оно замерзшее. А тут нет. Эй, Това! Никого! Бля, я думал, в эту хуйню можно залезть. А нельзя. Да, блядь. Дверной проем обрушился. Тут что-то случилось? Он догадливый, блядь. Я в ахуе насколько. Мужик, ты гений. Да чтоб тебя еще, блядь, попасть. Так, молоток тут не поможет. А собственно, а у нас только этих два диска и все. Пока что делать дальше, как-то... Бля, а чё их... Подожди, а у нее эти камни будут? Бля, там сейчас батя будет преграждать. Так, бать, нахуй. Слушай, ну надеюсь, у нее это тоже прокнет. Да! Ты справишься, Това. А как хуярит. Ёбаный человек-паук. Членопух. Так, а нам надо чем-то перерезать, а у меня-то... Блять, ну... Блять, нет! Нет, сука! Ладно. С тобой ползай туда-сюда. Теперь обратно. Это надо опустить. Даже так. Эй, папа медведь, ты еще тут? Может быть, тебе это поможет? А, тут ступеньки наверх. Опять эта хуйня. Опять что-то в дневник. Какая красивая старинная брошь. А, да, в коллекции. Так, бать, погнали. Подобрать можно. Здесь чего-то не хватает. Так, тут не говори, что вот этих вот подзалупин. Нет, оказывается, не оно. Ну, в принципе, это было понятно. Но все же я хотел чекнуть. Они не в клетках. Лучше не приближаться. Ясно.
бать. Заперто. Интересно, где ключ? Ну-ка попробуем. Так, хорошо. Тува, ты здесь? Ты хочешь, чтобы я ее открыл? Надеюсь, это поможет. Кажется, там какая-то шестеренка. Фу, опять этот маслянистый мерзкий фрукт. Может пригодиться. Это ж, блять, ну возьми их. А почему ее сейчас ничего не смутило? Перед этим же она не хотела подходить. Так, стопулечки, а там тоже вот эта вот хуйня есть. А, тут ступеньки вниз, господи. Давай, бери и не ной. Так, взяли. Здесь вышито изображение волка. И еще цветок, интересно. Может, это означает весну? Так, а дальше она отказывается идти. О, вон еще одна шестеренка. Подожди, а где я ее видел? Где-то точно. Хорошо, давай, по крайней мере, сейчас этого туда загоним. Эй, он погнал. Ловушка готова, посмотрим. А, за этой хуйней. Папа медведь, скорее. Что происходит? Я чувствую опасность. Так, отлично. Получилось, папа. Мы еще ближе к Ларсу. Блять, ты после каждого действия будешь это говорить. Да, похоже, это древняя шестеренка. Так, стоп, как эту хуйню взять, а? Так, давай, бери и не ной. Хорошо пошло. Отлично дело идет. Так, ну дверь-то... Да. И нужен ключ, а ключа и нет. Так, окей. Шестеренка. Шестеренка отлично подошла. Почему у них такая идиотская сцепка? Так, понял. Бать. Какая-то неувязка. Попробуем.
они типа все одновременно или поднимаются, или опускаются. Да. Погнали. Посмотрим, что внутри. Это, блядь, клетка, и так курва видно. Уверена, им нравится странный фрукт. Ты уже третьего таким образом дрочишь. Тут, ну что непонятно-то было? Хуярь. Бред местами. Ловушка, Кар! Ах ты ж, Люхенри, и тот другой его спугнул. Надо придумать другой способ. Ты... Типа в крайнюю сначала надо, что ли? Хорошо, бать. Блять, а как я эту крайнюю сделаю? Она ж... Ну, от батя не видит этого. Пиздец. Слушай, я почему-то не могу взять ту хуйню с краю. А, вон и ключ. Так, блядь, то возьмешь ты, сука! И я допёр. Так, бать. Ща все будет работать. Пиздец. Опускай нахуй. Опа. Я бы не сказал, что это называется заржавело, но им виднее. Уф, надеюсь, сработает. Ловушка готова, посмотрим. Давай, папа, давай. Надеюсь, я все правильно делаю, Това. Правильно. Еще один попался. Зачем это ВВВ? Мерзко, а не прикольно. Ладно. Поднимаем. Вставляем.
Есть. Опускаем. Так, надеюсь, теперь она возьмет ту хуйню. О, там и проход еще куда-то есть. А, все, понятно, боже, она типа дотянуться не могла. Привет, пока. Еще одна шестеренка пригодится. А почему эти додики, при том, что вот эти вот, я не знаю, это типа какая-то груша или что? Просто не сожрали ее, когда рядом с ней стояли. Идиоты. Чпоньк. Есть. Блять, подожди, бать. Бать хуярь. Отлично. Перевынимаем. Бать. Отлично. Подожди, бать-то нам опять нужен. Чё-то Кратос немного разжирел, да? Так, супер. А теперь... вот эту залупу сюда. Если ты меня слышишь, то жди сигнала. Ну, заходи. Так, отлично, это тоже запиздовало. Папа, закрывай! Отлично. Да, мы справимся, папа. Вот и все. Простите, что заперла вас, но я должна найти брата. Может, если я спасу его, вам станет лучше? Да им вообще похую. Когда? Когда я его спасу? По-моему, им все равно еще до сих пор до пизда это. Да ладно. Ага, старинный ключ. Так, отлично. Я так полагаю, это типа та центральная башня, в которой мы нихуя не могли сделать, да? Тих, ну шо, заведем сюда батю. Плохо дело. Хорошо, бать. Давай ты ключик провернешь. Интересно, подойдет ли ключ? Опа! Получилось! Посмотрим, что внутри. Давай. Да, это именно Том. Интересно, что внутри. Не открывается! Сундук заперт на ржавый навесной замок! Интересно, там что-нибудь есть? Сейчас двинем! Нет, здесь только плющ. Зато плющить будет. Интересно, куда она ведет? Оу! Есть только один способ узнать. Да куда ты попиздовал, блядь, не мог постоять, черт! А! Она ведет вниз. Хорошо. Так. Тут что-то на листочек, что ли? Это странная плетка с рисунком. Не так-то просто ее достать. Но должно получиться.
Ебать, не так-то просто. Плитка с рисунком падающего листа. Почему сразу падающего? Он просто лист. Если честно, я даже не видел, чтобы где-то его можно было припихнуть. Ну ладно, вероятно, с этим мы еще разберемся. Слушай, может тут батя поможет? Какого хуя камера была там? Так, давай, блядь. Тут есть какое-то странное круглое отверстие. Может, это замок? Странное круглое. У меня ничего не вышло. Конечно, тоже ничего не вышло. Так, он не видит причин тыкать туда копьем. Хорошо. На спуск идей пока нет. Слушай, ну половину замка, получается, мы уже открыли. Кажется, эти ворота ведут обратно в тот огромный двор. Но они точно раньше были закрыты. Кто их открыл? Ларс! Това! О, опять брошенное снаряжение экспедиции. Тут записка. Я уверен, что эти солнечные часы таят в себе какую-то загадку. Люди не хотят здесь задерживаться и ждать, пока я изучу часы. Я не виню своих товарищей. Здесь обитает какое-то древнее зло. Клянусь, временами я слышу нечеловеческий шепот. Бедняги! Я его понимаю. Даже взрослым мужчинам здесь страшно. А дети тут совсем одни. В припасах экспедиции может найтись что-нибудь полезное. Ты даже ничего из припасов не взял. Да боже, ну блядь. Можно по 300 раз эти диалоги не перечитывать. Так, хорошо. Ну что ж, по крайней мере... Старая телега, окей. По крайней мере, я понял, что мне надо сделать. Окей. Переключаемся на девчулю. Девчуля внутрь. Отлично. Давай вниз. Да-да, дверь открыта. Интересно, это папа? Нет, блядь. Домовёнок Кузя, нахуй. Слушай, ну, судя по всему, мы теперь можем... Все, понял.
Там что-то есть. Я могу достать. Это странная плитка с рисунком. С таким теперь снежинка. Так. Бля, ну в натуре сюда вхивается. Ну подожди, я тут не совсем понятно, что куда. Идеально встал. Аки член. Так не говори что-то. А нет. Плитки не подходят по форме. Блять, если в этой игре называются диск многоугольником, то что, блять, какая хуй разница вообще? Ну ладно, оно сюда не подходит. Примем к сведению. Ну ладно, эту часть замка разгадали. Что у нас с этой? Блять, бать. Так, а батя этих следов не видит. Подожди, бать. Да-да, страшно-то, блять, как пиздец. Да лезь! Так. Так. Это другая башня, значит. Ага, нас разделяет. Это центральные ворота. Понятно, сейчас мы их тогда точно не сможем поднять. Нам надо как-то запузырить батю сюда. И это однозначно про... Блять, да боже, ну иди! Это однозначно проблемный вопрос, потому что я не понимаю как. По крайней мере, до этого момента я еще не понял. Так, в окно кричать не будем. Все равно это толка не дает. Я не знаю, зачем тут волк. Ок. Ничего не вышло, понятно. Но не может это повредить. Психологически или физически? Ладно, бать, идем. Да боже, ну... Дверь запечатана наглухо, мне не пройти.
Так, хорошо, что если... Так, а тут еще хоть что-то есть? Нет. Ладно, поползли вниз. Слушай, а что если на эти следы... Типа, чем черт не шутит? Не, не то. Ладно. А заткните ебало. Слушай, а сюда... Пройти можно? Нет. Слушай, может эту хуйню покрасить этой хуйней? Почему не надо разбивать? Мы туда пройти не можем. Оно и так хлипкое, лучше не буду. Да в смысле? Ну просто ж... Запечатано наглухо. Оно хлипкое. А, копье хлипкое, все понял. Ладно, давай подумаем, а что тут можно сделать. Слушай, ну в теории получается, нам надо как-то... Как-то в ту дверь зайти. Потому что получается вот переправа отсюда вон туда. Бля. Слушай, может упать еще будет? Поинтереснее. Так, но... Припасы, которые мы не можем взять, и... Блять, а на этом все. Сука, что за хуйня с этой дверью ебаной? Чувство, что я где-то что-то пропустил. Но я не вдупляю, что. Стопэ, тут же ж какой-то вход был завален. Возможно, тут что-то... Так,
все равно я ничего сделать не смогу. Время дрочилова. Так, сюда нет. Сюда тоже нет. Да чё жуть-то? Вроде все нормально. Может, тут что-то? Какая-то странная камера. Не пройти. Слушай, ну, судя по всему, нам нужен сюда ключ какой-то. Ключ вообще тут где-то должен быть или нет? Ну, тут ключа нет. Ключ открыл бы, зашел, посмотрел, что там случилось. Давай сходим тоже посмотрим, вдруг я реально там что-то упустил. Ну, возможно. Хотя я даже хз. Но как минимум там есть закрытый проход. Слушай, может, у какой-то из этих залуп? Лаш. Извини за руку. Ладно. Переживаешь. Так, ладушки. Бедное создание, да... Да пофиг! Да бля... Хорошо... Так, стопердюля, я в этой дырке был. Я из нее и вылез.
Так, а что-то помимо нее тут в этой камере есть? Эх, нет. Так, когда мы вылезем отсюда? А, то есть она отсюда даже выбраться уже не может, ладно. Только вперед. Ключик, блять, где ёбаный ключик? Слушай, а там вроде как можно дальше пройти. Нет, нельзя. Слушай, а батя не хочет тут те самые раздвинуть? Ему что-то как два пальца об асфальт. В общем-то, вижу дверь и не понимаю, как туда пройти дальше. Сука. Ладно, давайте тогда будем пытаться разбираться с этим уже в следующий раз, а на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр и всем пока.